Ребяшки, добрый день. И прежде чем мы начнем это видео, две важных особенности. Два важных пункта, о которых вам нужно знать про это видео. Во-первых, это не реклама. Ну, хотя потому, что реклама это вот. Ох, ребяшки, красивое местечко. 30 секунд вашего времени, потому что партнеры видоса классная штука, о которой прям нам приятно рассказать. Это компактный тепловизор, называется Seek Thermal Compact Pro. Как видите, очень маленькое приспособление, которое подключается к порту смартфона. Можно сэкономить кучу денег на электриках и сантехниках, потому что можете сами просвечивать трубы, искать зазоры, места потенциальных коротких замыканий, бреши в теплоизоляции. Кому приспичит, с ним можно даже охотиться. И, естественно, для вас лучшие условия, скидка 5% на тепловизор по купону. Ссылочка на него внизу и купон тоже. А еще у Инспектора Гаджет есть прикольный YouTube-канал, который ведет интересная девушка по имени Аида. Ссылочка тоже внизу. Сплошной профит от нас специально для вас. Продолжаем обзор. Поехали. Пункт номер два. Есть люди, которым вот хочется по-другому. Вот Nokia 3310 обновленная, 17 года. Она стоит 3000 рублей. Некоторым людям хочется вот так же, но немножко по-другому. Например, вот так вот. Это коробка Nokia 3310 в исполнении компании Grasso. Это классная компания, кстати, они делают и тюнингуют смартфон. И есть люди, которые вообще ни разу не заморачиваются заплатить кучу денег именно вот за их продукцию. Как? Есть Mercedes E-класса за 2,5 стоит, а есть Merc V-класса за 25 лямов, кожа, фужеры, шампанское. Людям нравится, люди хотят именно за 25, хотя и Ешка, и V-класса 25 лямов. Делают одно и то же, везут вас куда-то. То же самое телефон, он же тоже звонит, и этот звонит, и этот звонит. Ладно, поехали. Сегодня поговорим о Nokia 3310, которая стоит 155 тысяч рублей. 3155. Что в ней особенно? Чем она хороша? За что люди платят деньги? И не парятся вообще. Вау. Ребяшки, все серьезно. Во-первых, есть перчатки. Вы понимаете уровень вообще продукции, которую прислали? Спасибо им большое, кстати, за это. Внутри еще одна коробка. Открывать-то можно? Блин, надо сдуть. Дим, дай свой Nokia 3310, оно тебе далеко? Давай. Дима такой чел, что вот. Вот есть люди, которым вот это норм, но есть люди, которым нужно что-то такое, но вот не в таком виде. Тогда приходит на помощь вот такие вот компании. Смотрите, тут еще одна кожаная коробочка. Специально для вас. Готовы? Так. Аккуратненько. Достаточно мягкая ручка для этого телефона. Что еще в комплекте? На самом деле все очень просто. Ребята взяли Nokia 3310. Вот это вот, взяли из нее всю электронную начинку и сделали под нее новый корпус. Такой люксовый, прочный, титановый, необычный, особенный и так далее. А, кожей пахнет прям все. Да, приятненько. Тут у нас вилки, причем разные, европейские и американские. Инструкция на русском языке, гарантийный талон и всякие разные «здравствуйте, спасибо, пожалуйста». Это все вот здесь в отдельной книжечке. А что, на самом деле больше ничего и нет, можно коробочку убрать. Ну, приятно, конечно, классно выглядит, смотри, кожа, все дела. Сам телефон. Пленочку я сниму аккуратненько. Ух, блин, ну смотрится он клево. Слушай, я такого не видел очень давно. Отличие, что называется, есть. Тут, конечно, премиум чувствуется. Так вот, еще раз, все-все-все то же самое в плане электроники и микросхемы. Все, что вокруг, это ребята из Grasso делают сами. Корпус сделан из титана и защищает аппарат при падении с высоты более 10 метров. Разные цвета есть, вот такой темно-серый, есть светло-серый. Подгонка офигенно точно идеальная. Прям сделано, конечно, класс, кайф. Разъемы, расположение ровно все то же самое, 3,5 мм снизу. И сверху у нас микро-USB. Причем микро-USB есть такой еще окантовки металлической, дорогой. Классно. Каждая клавиша этого аппарата, телефона. Да, даже меню вообще один, даже картинка один, смотри, у тебя же такая же стоит. Защитный код еще, чувак, ну какой у тебя код еще? Говори. Да, я веду. Да, ё-моё.
кому интересно Димины смски читать. Ну, собственно, да. Даже картинка по умолчанию та же самая. Хотя, мне кажется, может быть, и можно было что-то фирменное Грассовское поставить. Но решили оставить как есть. Может быть, оно верно. Каждая клавиша этого аппарата искусственно отполирована вручную одним мастером. В течение 5 часов корпус телефона вытачивается из цельной плиты титана на современном высокотехнологичном оборудовании, приобретая идеальные формы. Могу сказать, что сборка офигенная. Вот, ну, то есть, сделана прям подгонка деталей, как тут все limited edition, все супер точно, красиво и аккуратно. Телефон, естественно, тяжелее. Этот весит 154 грамма, а этот 80 граммов. Это вообще прям пластиковая невесомая штучка. А этот уже такой солидный. Я, честно говоря, тоже был скептически немножко настроен, но живьем он смотрится классно. Выгравирован индивидуальный номер от 001 до 3310, который вы можете выбрать на этапе оформления заказа. Аккумулятор 744 часа, как и у оригинала. Экран 2,4 дюйма, 320 на 240 пикселей, камера 2 мегапикселя, 2 сим-карты и гарантия год. Это все то же самое, что и оригинал. Есть еще с гравировкой Россия 165 тысяч, это на 10 тысяч рублей дороже. Интересная вещь. Я думаю, что вот высших, так сказать, такое рассматривается как подарок вообще с полпинка. И 155 тысяч вряд ли кого-то смущает. Ребятушки, вот такой необычный обзор, с удовольствием рассказали вам, что вообще в мире происходит, что вообще бывает. Наши ребята из России все это делают, по-моему, очень достойно. Ну-ка, цена, конечно, ого-гошники, ого, но такое на рынке все-таки иногда можете посмотреть. Лайки, подписка на канал, напишите, что вы думаете. Сами телефоном каким пользуетесь, если да, то каким. И что думаете о 3310 в титане от компании Грессе за 155 тысяч рублей. Ждем ваш коммент, лайки, подписка на канал.